коллеги, подписчики моего канала, рад вас всех видеть снова. Так что, дорогие коллеги, сегодня я решил сделать культиватор, пока не пашем пока что, скоро будет видео с пахотою. У нас сегодня торнадо настоящее, гравейка, и здесь стоит страшная пылюга. Вот. Так что, ребят, как делаю культиватор? Это будет две конные спронжиновки. Вот. По планам должно быть 11 зубьев. Сзади у меня будет 6, спереди 5. А также сделаю еще плоскорезы спереди. Заглубление максимум до 5, ну, до 10 сантиметров. Вот. Также он будет у меня весь на колесах. Посмотрим, как он себя проявит здесь, ты, дорогие подписчики мои. И будем видеть, что дальше. Но я думаю, я еще просто такого не видел. Вот. Но я думаю, будет работать очень хорошо. Так как и как... Можно сказать, и сразу же это я делаю больше всего для сада, ребята. Также, конечно, закультивировать поле любое можно, но мне для сада, чтобы меньше косить, пробежался межрядье. Все чистенько. И посмотрим, как будет в действии работать наших 11 зубов и 5 плоскорезов. Плоскорезы буду делать... У меня есть один заводской, ребята. Другие буду делать с углов. Вот такой. Стойки буду делать. У меня только 3 стоечки есть. Один только есть... Можно сказать, плоскорезик. Вот. Как его называют? Стрелочный культиватор. Стрелочный культиватор вроде называют его еще. Стрельчатый. Стрельчатая лапа. Вот так вот, дорогие коллеги. Ну, посмотрим, к чему придем. Буду снимать дальше. Специально делал сконных. Мне нравится. И почему будет на колесах? Будет полно. Останется регулировка старая. Заглубление. Будет бегать на колесиках. Ну и посмотрим, что оно как получится. Все, смотрим далее, ребята. Дорогие коллеги. Лапы уже закончены, наточил их, все четко, семерка, металл, честно сказать, по точению было больше времени потрачено, чем, наверное, на все полностью остальное. Вот, 3 лапы я сделал, все, пока поставлю 3 лапы, посмотрим, как они себя проявят. Ну, вроде ничего получилось. Так, коллеги, вот оно как выглядит. Ну, посмотрим, сейчас установлю. Культиватор уже закончил, ребята. Вот он как выглядит. На колесах есть, чтобы легче было. Регулировку оставил конную. Пожалуйста, хотите глубже, хотите не глубже. Как вам нравится, выставляете глубину. Уже проверял. Будет хорошо. Видео скоро будет. Вот, вот установил крепление на 3 штуки. Посмотрим, как они себя проявят. Может, они мне даже не пригодятся, но мы это проверим. Ну, смотрим далее, дорогие коллеги, как получится, что. Ну что, коллеги, закончил я. Очень вроде неплохо, но еще тестирование. Посмотрим, как пройдут тесты. Ребята, трубы новые брал на культиватор, так как там старые, которые конные, они очень слабые. На такую дистанцию, на 1,40 м, они просто все полопают. Вот они. Они и соржавели, и очень тоненькие, слабые. Брал толстостенные трубы. Вот. И уже делал так, по красоте. Как бы переносил единственно ушки. Вот. Но в целом очень нравится мне. Вот, ну поедем тестировать сейчас. Посмотрим, как работают. Именно больше всего мне интересуют пропольщики, плоскорезы именно. Вот интересно, как они будут работать на бурьянчике. Вот, межряди сад. Поедем на мой сад смотреть, тестировать. Так мне очень нравится, что регулируется полностью внедрение, как говорится, зубов в землю. Вот, уже культиватор сам я тестировал, очень доволен результатом, но еще хочу с пропольщиками затестировать, посмотреть, как оно будет работать. Вот, так что, дорогие коллеги, буквально скоро, пару минуток, думаю, сегодня попробуем сделать, настроить. Но я надеюсь, что сегодня это мы сделаем и посмотрим, как оно пойдет. Кто первый раз, ребята, это из китайского дизельного мотоблока сделанный мини-трактор. Полностью 12 лошадиных сил, на него установлена турбинка. Вот. Ну, скажу честно, чтоб не турбина, не тянул бы он вообще ни хрена из таких весов. Он сам весит практически тонну. Вот, ну, посмотрим. Все, приятного просмотра, дорогие коллеги. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И ждем новых видео совсем скоро, быстрее всего завтра или послезавтра будет пахота. Сниму и пахоту. Так что всем хорошего дня и хорошего настроения. Смотрим дальше, друзья. Ну что, друзья, завелись. Поднимаем и поехали. Смотри, что может.
ребят, немножко неудобно снимать, но постараюсь снять как смогу. Турбинка работает на всех. Что я вам скажу, ребята, работает очень четенько, красивенько. Я вам скажу так, у меня тут каменная земля, это надо тоже понимать, так как это межрядье, укатанное постоянно было. Вот, проезжаю я 2-3 раза, потому что левую часть проезжаю, потом проезжаю правую. Ну так, в целом, доволен. Вроде рвет конкретно. Тут сидят некоторые есть, конечно же, но все равно много. Но все равно за 2 раза, ребят, проезжаю, но идеально. Вот. Допустим, вот здесь. Вот я проехал хотя бы здесь. 1 раз еще проехал тоже. Поднимает все чистенько до конца. Потому что здесь, ну, говорю, дорога камень. Как можно видеть, заросшая и не заросшая. Сейчас проедемся еще 2-й раз и посмотрим уже результаты. Но так довольно. Это вот 1-й раз. Неплохо, неплохо, но можно лучше. Плоскорезы у меня, видите, ребят, не так уж легко настраиваются. Скажу так, так как они выставляются ровно под уровень зубов этих. Когда садится и садятся плоскорезы. Так что я уже помочь сейчас тут поднастроить, но более-менее что-то настраивается как-то. Посмотрим далее, дорогие коллеги.
Да, попробуем второй раз. Просто из-за камеры ровно не получится мне это сделать, но постараюсь как смогу. Турбинка очень сильно греется и быстро остывает, как бы, но маслу я не даю нагреться, ребята, больше 70 градусов. Двигатель стараюсь до 90 всегда. Вот, ну посмотрим, что тут прошли мы как. Это был второй проезд. Самош, интересно. Как-то так, еще точатся ножи везде. Ну, что тут? Реально, ведь все равно трошки держатся, даже что-то так вроде в целом. Поразрывало, но что-то держится все равно где-нигде. Но так в целом неплохо, нравится мне вообще. Вот все, корни валяются, все-таки все валяется. Вот держится немножко, глубже корень сидел. Но так в целом реально неплохо, ребята, неплохо. Доволен я результатом. Вот еще здесь попроходить пару раз, но так неплохо. Пойдем посмотрим. Вообще не пройденный ряд. Вот еще один непройденный. Вот пройденный рядок. Здесь один раз проезжал. Ну, в целом неплохо, да. Все валяется. Засыпает, конечно. Вроде неплохой результат. Мы еще посмотрим, прокатимся. Много здесь зелья валяется реально. Ну, как-то так, друзья. Ну, если вам видео, ребят, понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Скоро в пахоту. Культиватором, честно скажу, доволен. Это не вручную вам полоть. Пробежался. Надо и три раза проеду. Но земля, конечно, поднимает конкретно. Вот здесь вообще, как после пахоты, вырвало все. Заглубил сильнее ножи проверить, но здесь очень сильно вырвало. Как-то так, колеса практически не крутятся, ну, как бы не крутятся. Она лишь когда сильно заглубляется, и колеса даже иногда покручиваются, но все равно в основном они не крутятся у меня, так как зубья. Ну, вот можно увидеть, насколько ниже зуб колеса еще, плюс. Вот. Ну, всего 11 зубьев, как бы это немало для такого тракторчика. 12 лошадиных сил с турбинкой. Ну, доволен. Ну и самое главное, ребята, это не в этом кайф, а самое главное — расход у него. А расход просто смех. Просто, друзья, смех. Смеха. Так что я не буду врать. Я когда тестировал чисто спружиновочку, культиваторчик, побегал, наверное, раз, может, 15-20 проездил. И расход, ну там, не знаю, может, ну, копейки. На самом деле, не знаю даже, как сказать. Думал, сегодня дозаправиться, смотрю, целый бак как был, так и остался практически. Там уже литр съел максимум, думаю. Грубо говоря, 2 литра в час бесперебойной работы, я думаю, так максимум он берет. Ну, с турбиной, конечно, повеселее он летает. Так что, дорогие друзья, еще сейчас прокачусь, так в целом видео позаснимаю со штативтика, со штатива. Смотрим далее, если понравилось видео, ставим лайки, ребята, подписываемся. Все, смотрим дальше.